конкурентное преимущество на рынке Украины. Я думаю, мы единственные, кто готовим в классическом американском барбекю low and slow брискеты, грудины, говяжьи ребра и другие вот эти вот черные крутые шматы, которые вы видите в ваших любимых фильмах «Повар на колесах» и так далее, которых до недавнего времени в Украине найти было невозможно. Как это происходит? Будет, да, немножечко. Да. Вот как это выглядит. Денчик сейчас возьмет нож и даже разрежет, например, половинку. Не готово. Но все равно мы покажем цвет. В течение двух можно ножик. Температуру мы выставляем, вот у нас идет 170, это по Фаренгейту примерно где-то получается 80 градусов электрическая. Да, нет, на газовая. Здесь закладка идет дров. На дрова. Да. Я искал под формат ватра 3 года помещение в центре города, отдельно стоящее, с газом. Для того, чтобы была возможность поставить контролируемым вот таким вот способом коптилку, где газ является контролируемым подпалом. Вот мы можем можете увидеть в разрезе. 36 часов готовить на низкой температуре за счет дыма вот эти невероятные куски мяса. Это не свиные ребра, к которым вы привыкли, где вот столько жира, столько кости или столько мясной прожилки. Это полноценный продукт, который не стыдно подавать. Здесь мы коптим невероятный угорь Ишатских озер. Раз. Всю рыбу, которую мы в Украине смогли найти. Сом, форель, стерлядь, скумбрию, мясо. Ну, вот где-то так. Это... Это...